Остановочному павильону «Быть». У жилого дома на улице Калинина, 7, рабочие начали зачищать объекты благоустройства, срезать заборы, фонарные столбы и куски асфальта. На их месте вырастет остановочный павильон с заездным карманом. Здесь будет тормозить третий маршрут общественного транспорта. Многострадальная остановка изначально планировалась в 50 метрах от выбранного места, но многие жители соседнего дома были против. Мы собрали больше 3000 подписей, которые были за установку остановочного павильона. Но также были жители ближайших домов, которые собралось около 800 подписей против. Путем переговоров и общественных слушаний с жителями был наконец-то выбран единственный вариант, который устроил всех. Всех это я имею в виду прежде всего жителей нашего городского округа, ГИБДД и в том числе нас, управление ЖКХ, в связи с тем, что он не попадает на коммуникации. Вот путем этих переговоров мы выбрали этот вариант. Остановку планируют построить в течение 10 дней. Представители администрации обходят проблемные участки инфраструктуры каждую субботу. На особом контроле объекты, на которые жалуются горожане – подъезды, остановки и парковки.